Теперь временно исполняющим обязанности начальника нашего управления назначен Сергей Филиппов. Есть данные, что ранее он занимал должность начальника Центра управления в кризисных ситуациях в Москве. Как говорится, тяжелая ему досталась доля. Погоды в наших краях стоят жаркие и сухие. Лесов много. Из пожаров 2010 года мы выходили с большим трудом. Было множество погорельцев, были погибшие. Поэтому сейчас положение дел в этом плане особо тревожное, если не особо опасное. Но не только огонь несет угрозу, наш народ с прискорбной регулярностью и частотой тонет в рязанских водоемах. С начала купального сезона, к сожалению, продолжаются случаи гибели людей на воде. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области проводятся доследственные проверки, в ходе которых следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели. По результатам данных доследственных проверок принимаются процессуальные решения. По имеющейся информации, по предварительным данным, насильственного характера данные смерти не носят. Между тем, спасатели проводят рейды и профилактические мероприятия. По морям, по волнам, но за каждым не уследишь, да и не в том задача МЧС.